Быстро все из вертолета, сейчас взорвется. Кэт, быстрее! Давай помогу. Все живы? Дэн! Черт, ранение в живот. Возможно, внутреннее кровотечение. Дело плохо. Он что, умрет? Это все из-за тебя! Это все из-за тебя! Ты что? Я тебя ненавижу! Ты что? Ненавижу! Извини, это самый простой способ остановить истерику. Кэт! Тихо! Будем спорить, погибнем все. Это понятно? Да. Снимай халат. Нужно его перебинтовать. Давай. Поднимите его. Осторожно, осторожно. Хорошо. Подержи его под спину. На, держи! Мне нужно место, чтобы вытащить пули. Есть такое? Есть. У нас перевалочный пункт. Там есть все для первой помощи. Отлично. Пошли. Можешь идти. Аккуратней. За мной. Помочь? Не надо. Держись, Дэн. Давай. Отлично. Очень. Мы уже почти пришли. Давай. Помоги, только осторожно. Давай, давай. Медленно. Вот так. Раздень его. Давай, Гер, давай. Держись. Кладем его. Клади его на стол. Вот, хорошо. Осторожно. Медленно. Хорошо. Аптечку. Давай, держи. Давай аптечку. Держи. Отлично. Инструменты есть. Он не может умереть. Он должен жить. Успокойся, Кэт. Мне нужна вода. Где ее возьму? Не знаю. Найди. Пошли. Потерпи. Сейчас. Вода. Сейчас что-нибудь придумаем. Кэт. Кэт! Что встала? Пошли. Потерпи чуток. Надо верить. Обязательно верить. И тогда все будет хорошо. Слышишь, это говоришь мне ты? Ты, из-за которой погиб Ник и ранен Дэн. Ты вот целая невредима, даешь мне какие-то дурацкие советы. Вечно путаешься у меня под ногами. Откуда я знала, что вы в лаборатории? И почему ты взяла меня с собой? Почему не грохнула прямо там? Я не знаю. Рука не поднялась. Ты всегда выходишь сухой из воды. Всегда. За чужой счет. За чужой счет? Послушай, ты. У меня рухнула вся жизнь. У меня отняли единственную дочь.
Как ты смеешь обвинять меня? Как ты смеешь обвинять меня? Неужели ты действительно думаешь, что я здесь из-за ерунды? Я пытаюсь все исправить, но у меня ничего не получается. Все рассыпается, как песок сквозь пальцы. И во всем виноваты вы. Мы? Да, вы. Вы украли мою дочь. Потом Джеймс узнал, что я русская, что я связана с вами, что я обманула его. И запретил мне видеться с дочерью. А сейчас она тяжело больна. А я здесь. Мне очень жаль. Только какое отношение это имеет к лаборатории? Из-за Джеймса. Баринов выбивает из него деньги для своих исследований. Я решила ему помочь, чтобы он позволил мне видеться с Корой. А вы? Мы нас наняли швейцарцы. За крутые бабки. Наша операция была так тщательно подготовлена. Все было выверено до секунды. Почему все пошло так? Ну почему все пошло так? Мне жаль. Сколько мне осталось? Я бы не стал так категорично. Сколько? Кровотечение не удалось установить. Может, час. Может, больше. Когда Кэт вернется, мне очень надо сказать ей. Обязательно. А где Урмас? Ты что, действительно так ничего не знаешь? Нет! Урмас погиб. Полтора месяца назад. В Венесуэле. Во время одной операции Ник прикрывал. А потом у него в компьютере я нашла материалы, связанные с Россией, с тобой. Я подумала, что вы до сих пор. Урмас. Теперь вот, ребята, все, нет больше команды. Вся жизнь к черту. Что случилось? Что случилось? Как он? Плохо. Зайди. Он хотел поговорить. Что с тобой? Погиб. Месяц назад. Один дорогой мне человек, которого я знала в прошлой жизни. Мне надо побыть одной. Как ты? Нормально. Сядь рядом. Трудно говорить. Тебе больно? Неважно. Я хотел сказать, я всегда дорожил нашей дружбой, нашей командой. Но Урмас мертв. Теперь и Ник. Команды больше нет. Дэн, не говори так. Есть. Помолчи. Ты есть. Мне недолго осталось. Я теперь могу говорить правду.
Урмас сам искал смерти. Он был как одержимый в последнее время. Его было невозможно удержать. Ник не виноват. Понимаешь? Да. Мы прожили страшную жизнь. Помнишь, как погиб Фил? Мы с Ником его убили. Да нет, так сложились обстоятельства. Гэт, мы виноваты в том, что наша жизнь такая. Знаешь, я рад, что ты не выстрелила в Сандру. Зачем она здесь? Из-за дочери. У Сандры большие проблемы. Кэт, я втравил тебя в эту историю. Нет, Дэн, не говори так. Ты ни в чем не виноват. Послушай. Ты осталась последней из нас. Хватит смертей. У тебя еще есть шанс. Выбирайся отсюда. Выведи Сандру с этим парнем. Поменяй имя. Поменяй все. Начни новую жизнь. Дэн. Живи. За всех нас. Дэн. Ты знаешь пароль к моему компьютеру? Там есть доступ к счетам. Я хочу, чтобы ты взяла эти деньги. Дэн, я не... Молчи. Когда возьмешь деньги, уезжай туда, где тебя никто не знает. Не знает. Поняла? Маршрута невозможно отследить. В лаборатории полно мертвых зон. Что, трудно было пару камер поставить дополнительно? Как по Тверской гуляют. Но остальных-то хоть вычислили? Сейчас покажу. Бал, маскарад какой-то. Выключи этот дребедень чертовой матери. Распустились до предела. Работать совсем не умеете. Весь персонал из лаборатории убрать. Угу. Охранников привезти из Москвы и обученных. Лес прочесывают? Да. Но вертолета пока не нашли. Есть хорошая новость. Неужели? Наши спецы справились с вирусом. А базу данных восстановили? Делаем, что можем. Им это очень важно. Ну а что там с девчонкой? Все по плану, сегодня ее возьмут. Вы видите, потребность ребенка в контакте с матерью очень сильна. Все улучшения в ее состоянии связаны исключительно с этой темой. Мне кажется, вы слишком категоричны в своих выводах. Так я чувствую, что я... могу потерять таких замечательных клиентов, как Харперы. Но я врач. И моя прямая обязанность – забота о здоровье пациента. Поэтому я сделаю еще одну попытку донести до вас истину о состоянии психического здоровья вашего ребенка. Простите, я… Мама, давай все-таки послушаем. Говорить о стойкости положительной динамики
пока еще преждевременно. Поэтому я настаиваю на том, чтобы Кора обязательно виделась с матерью. В противном случае она может не преодолеть последствий психической травмы. Ее депрессии станут хроническими. Вы этого хотите? Нет. Мы этого не хотим. Врача надо срочно менять. У Шепардов есть дивный семейный психотерапевт. Я сегодня же позвоню к Ларисе. Мама, у Коры сейчас наступило улучшение. Мне кажется, это именно благодаря лечению. Сейчас не самый лучший момент менять врача. Мне кажется, надо прислушаться к его рекомендациям. Как ты можешь такое говорить? Ты что, забыл, сколько горя нам принесла эта авантюристка? Мама, ты слишком категорична. Надо уметь прощать. Джеймс, ты меня пугаешь. Я просто пытаюсь найти разумный компромисс. Вот и все. Мама. Я забыла перчатки в палате у Коры. Ты иди, я тебя догоню. Хорошо. До свидания, миссис Харпер. Мельдерс, немедленно собирайтесь. Мы улетаем в Россию. Джеймс может совершить опрометчивый шаг. Нет, проблему надо решать. Радикально. Нет. Нет, я сама лично все проконтролирую. Мельдерс, мы улетаем сегодня. Нам надо отдохнуть. Пошли. Конец. Одна. Кэт, пойдем, холодно. Идите. Я еще побуду. Кэт. Вставай. Холодно, ты замерзнешь. Вставай. Пусти! Уйдите! Оставь меня! Тихо. Надо жить дальше. Кэт, ты слышишь меня? Нам надо выбираться. Пошли. Я в порядке. Уверен, поисковую группу уже снарядили. Как только начнет светать, нам надо идти к шоссе. Иначе нас могут догнать. Ты знаешь, куда? Попробуем сориентироваться. Первый, я второй. Ответ. Вертолет взорван. Квадрат 845. Какие-нибудь следы есть? Следов очень много. Темно. Разбивайте лагерь. С утра пропал повестки. Понял. Конец связи. Конец связи. Чего пишут? Да ничего интересного. Заходим. Какого черта?
Сандра. Что? Давай. Вам пора идти. Погоди. Что значит нам? А ты? А я задержу погоню, потом выберусь сама. Я нарисую вам маршрут. У меня есть специальный навигатор. Подожди, а как ты выберешься без навигатора? Есть запасной. Я обозначил маршрут. Я слышал, ты с нами не идешь? Нет. Это опасно. Я не могу позволить тебе остаться здесь. Чуть не забыла. Вот, лабораторные базы данных. Спасай дочь. Меня просил об этом Дэн. Я думаю, Урмас тоже этого хотел бы. И Ник. Кэт, ты должна идти с нами. Да выберусь я. Ты просто плохо меня знаешь. Да, и вот. Возьмите вот это. Пригодится. И валите уже быстрее. А то погоня близко наверняка. Подтянись. У меня к тебе только одна просьба. Не разлучай Кору хотя бы с памятью обо мне. Покажи ей обязательно то последнее письмо, которое я для нее записала. И прости меня за все. Я не хотела причинять тебе боль. Я очень хочу, чтобы вы с Корой были счастливы. И до конца буду делать все возможное. Прощай. Мистер Харпер! Что еще? Папа! Кора! А кто замещает Меллерса? Так интересно. Мою дочь чуть не похитили, а начальника охраны нет в стране? Так ну делайте что-нибудь. Делайте хоть что-нибудь! Да и, пожалуйста, поднимите на уши всю полицию. Да, я хочу, чтобы полиция круглосуточно дежурила у моей квартиры. Да, все. Папа! Малышка моя. Папочка! Ну? Ну как ты, мой маленький? Я испугалась тех людей и убежала. И бросила мистера Хиггинса, и Дженни бросила. Они меня не простят. Ну что? Что ты? Что ты, мой хороший? Они тебя обязательно простят. Я сегодня же заберу из больницы и мистера Хиггинса, и Дженни. Я тебе обещаю. Я не виновата. Ты ни в чем не виновата. Ты у меня молодец. Ты убежала от бандитов. Теперь ты дома, и тебя буду защищать я. А мама меня простит. Почему мама должна тебя прощать? Она не хочет меня видеть, потому что я плохая. Но я извинюсь, папочка. Я никогда больше не буду вас бросать. Я обязательно извинюсь. Мама должна ну, меня простить. Ну что ты, малыш? Маме не за что на тебя сердиться. Она просто должна была уехать. И она уехала. Но она вернется. Ты меня слышишь? Малыш, она обязательно вернется. А хочешь, мы прямо сейчас позвоним нашей маме? Хочу. Да? Мы достаем волшебный телефон и набираем нашей маме. Мама не хочет со мной говорить. Значит, она на меня сердится. Малыш мой, нет, просто мама очень далеко, а там мобильный телефон не работает. Вот и все. Но мы обязательно до нее дозвонимся. Сегодня полная встреча. Да, я в чем-то.
Да. Лиз Харпер в Москве. Хорошо, я прослежу. Лиз Харпер в Москве. Надо понять, зачем она здесь. Глаз с нее не спускать. Смотрим, смотрим. Связь американки с Карпером отследили? Никакой, как в воду канули. Может, у них контакта нет? Ерунда. Просто линия закодирована. Поэтому мы и не можем ее засечь. Надо придумать что-нибудь новенькое, чтобы вытащить их из норки. Что у нас, кроме телефона? Интернет. Почта. Дима, сколько лет тебя знаю, а ты все не перестаешь меня удивлять. Это же так просто. А сколько времени потребуется нашим айтишникам? Работать тяжело. Нам адресок какой-нибудь или IP? Тихомиру с ними ВКонтакте. Доставь-ка ты мне этого парнишку сюда. Я с ним побеседую. Для начала надо припугнуть. Сказать, что если она посмеет приблизиться к Коре, то ее досье с компроматом окажется в полиции. Россия не Англия, мэм. Здесь такое нарушение законов при определенных связях может легко перестать быть проблемой. Вы правы, Мельдерс. Дикая страна, дикие люди. Но компромат – это только для начала. Ну, а если это не сработает, тогда придется от нее избавиться. Ну и проблема, наконец, будет решена окончательно. Привал. Иначе мы свалимся. Пить хочу. Фу. Ну, ты и железная леди. Никогда бы не подумал, что ты такая выносливая. Я много над собой работала. А ты предусмотрительней. Где научился пули доставать? Бинтовать раны, координировать команду. Держи. Ты наблюдательная. Ты не ответил на вопрос. Все очень просто. Я после школы пошел в армию, а не в институт, и сразу попал в горячую точку. И оттуда все эти военно-полевые навыки. Я ответил? Да. Пойдем. 15 минут полной отключки. Тогда будут силы двигаться. Что нужно делать? Закрыть глаза. И постараться ни о чем не думать. Сейчас выкурим ее! Давай, смело, заходи!
Артур, ты что, сошел с ума? Ну, кого ты взял с собой в Лондон? Что за уроды? Теперь Хаппер всю гвардию Ее Величества приволокет домой для охраны. Мы теперь к ней не подберемся. Да нет. Возвращайся. Все. Да. Глеб Анатольевич. Глеб Анатольевич, я уже почти... почти собрал всю сумму. Сколько не хватает? Половины. Пока. А что ты готов сделать за эти деньги? Не понял. Ну а чего тут не понять? Я хочу купить у тебя информацию за остаток долга. Смотря какую. Мне нужны имейлы Харпера и его жены. Ты же их знаешь. Знаю, но я бы не хотел. Ну, а если мы включим счетчик? Так, процентов, ну, 20. Или 25 в день. Как, потянешь? Свой выбор. Завтра утром мы должны уже быть у шоссе. Не хочу. Ешь, иначе ноги протянешь. У Кать не было запасного навигатора. Она хотела погибнуть. Она была так привязана к Дэну? Да нет. К нему она относилась. Ну, как к брату. Она всю жизнь любит человека, который погиб месяц назад. Она не может без него жить. Это тот человек, которого ты знала в прошлой жизни? Я тоже любила его. Но это было давно. Мы не должны бросать своих близких. Мы должны были заставить ее идти с нами. Ни ты, ни я не в силах были этого сделать. Мы даже права не имели. Это ее выбор. Ты видел, в каком она была состоянии? Видел? Вечером, да. Утром она вполне отдавала себе отчет в своих действиях. Откуда ты знаешь? Знаю. Один раз в жизни я тоже был близок к самоубийству. Но я выбрал жизнь. Так что я, Кэт, понимаю. Пять лет назад погибли моя жена и сын. Антон Баринов сбил их на перекрестке. Глыба подарил ему шикарный мотоцикл. В тот день Антон был под кайфом. Сережке было 6 лет, погиб сразу. А Валя жила еще до утра. Я не знала. Прости.
Да ничего, я привык. За 5 лет я привык. Я тогда был в командировке. Глыба добился оправдательного приговора. Когда я вернулся, уже не смог ничего сделать. Это было больно. И все мне показалось бессмысленным. Я пил несколько дней, чтобы не чувствовать этой боли. Потом взял пистолет и пошел к сараю на даче. Я не хотел в доме. Была ранняя весна, слякоть. По дороге я увидел, как трава насквозь пробивает землю, тонкая, зеленая. Я понял. Я не имею права. Я тут зачем-то нужен. И вернулся домой. Жизнь продолжается. Давай спать. Хорошо. Лечь невозможно, да и костер надо поддерживать. Придется спать. По очереди. Прижимайся. Прижимайся, прижимайся. Так будет теплее. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Привет, сын. Привет, пап. Что слушаешь? Дождь. Тоже ничего. Тоже? А что лучше? Ну, что-нибудь повеселее, пооптимистичнее. А зачем пооптимистичнее? Чтобы радоваться жизни. Радость? А что такое радость, пап? Антон, в твоем возрасте не знаешь, что такое радость? Я не знаю. А ты знаешь? Да каждый человек знает. Нет, пап, я сейчас лично тебя спросил. Ты ж такой богатый, у тебя все есть, ты в шоколаде. Но я не помню, чтобы ты улыбался. Жизнь не доставляет тебе радости. Так ведь? Вот и мне тоже. Тогда зачем она вообще нужна? Антон, ну что за чепуха? Ну что за дурацкие мысли в голове? Ну хочешь слушать дождь, слушай. Вообще слушай и делай, что захочешь. И выбрось эти глупые мысли. А если ничего не хочу? Вот совсем ничего. Дождь, он так, по привычке. Только мысли. Они липкие, я не могу от них избавиться. Надо взять себя в руки. Поверь мне, все будет хорошо. Будет хорошо. Каждый раз говоришь одно и то же, а все остается по-старому. Сынок, верь мне, все обязательно изменится. Ничего нельзя изменить, папа. Мы мертвые люди. Нас не исправишь. Ну что за ерунда? Последние разработки доказывают, что организм можно обновить. Понимаешь? Жизнь начинается заново. Совершенно новая жизнь. Антон. Как ты меня сейчас насмешил, папа. Организм обновляется. Организм полностью обновляется. Сынок. Папа, я сейчас умру от смеха. Ну, сынок. Организм обновляется. Врача позвать, сынок. Тебе плохо, сынок. Нет, пап. Мне хорошо. Мне очень хорошо. Мой организм жаждет обновления. А как ты обновишь душу, а? Или может, ты купишь мне новую, а? Антон. Новую душу, пап, купи мне новую Антон, душу, а?
резиновую, чтобы не болела никогда, а? Чтобы сынок, можно было отмыть, а, пап? Ну, доктор! У тебя столько денег, а? Ты же купил мне сынок, самого, который оказался хуже тюрьмы. Ну, пап, папа! Сынок! Купи, я может на конце избавлюсь сам от себя! Купи новую душу, папа! Ну ты же все можешь, все, пап! Все. Отпустите меня! Стой! Стой! Ну стой! У меня есть идея. Привет. Привет. До города подбросишь? По бартеру поехали, чё? Чё, прям здесь? А чё ждать? Заплатишь, поедем. Мужик, ты куда? А ты чего моей жене предлагаешь? Какая жена? Слушай, ребята, а ну валите отсюда нафиг. Не угадал. Нам до города. И тебе скучно не будет, а? На, поехали. Как бы там ни было, мэм, ее нигде нет. То есть как это нет? Она как будто сквозь землю провалилась. Ее нет на работе, нет дома. Известно, что она взяла отпуск на неделю, но куда уехала, никто не знает. Мельдерс, я вам плачу не за то, чтобы выслушивать, почему нельзя выполнить вашу работу. Я вами очень недовольна. В чем дело, господа? Добрый день. Откройте, пожалуйста, сейф. Что? Отдайте папку и в течение суток покиньте страну. Что вы себе позволяете? Кто? Продолжим разговор. Спасибо. Я Элизабет Харпер. Мне нужен билет до Лондона. Один. На ближайший рейс. Спасибо. Приятного вам полета. Приехали. Как же я вымоталась. Проходи. Да? Пока это наш дом. Мой друг Леха всегда рад гостям. Даже если они приезжают в его отсутствие. Прошу.
Наконец-то добрались. Надеюсь, сюрпризов не будет. А здесь уютно. Только холодно. Сейчас что-нибудь придумаю.